День первый. Разборка камеры ХВ-870 Panasonic. У меня две штуки такие. Причина разборки. Грязью забилась вся. Отдавал в мастерскую каждый год. И что-то там каких-то денег берут. То ли 5000 рублей за ремонт. Ну, за чистку. То ли 4000. Не знаю. Решил сам все вскрыть. Для чего сниматься, чтобы собрать обратно потом. Ой, не туда. Погнали. Где-то буду промазывать, не смотрю в камеру. Так, отвертка магнитная, думаете? Или не магнитная? Нифига это не магнитная. А что это не магнитная? А нет, вообще-то магнитная, наверное. Нифига не магнитная. Мастерскую отдавал. Один раз пару болтов не хватило. Пришла камера. Другой раз некоторые болты не затянуты были. Вот как сейчас видим, видите, один болт. То ли они не протянуты, то ли они откручиваются со временем. Непонятно. Как разбирать данную камеру, не имею понятия. Так, что у нас тут флешечка-то на сколько стоит? 64 гигабайта уберем. Да и в комментариях кто-то просил показать, как это все разбирается. Последовательность не знаю. Ой, здесь два болта стоят, видите? Блин, все не в ту сторону. Нет, ну, отвертка магнитная. Между прочим, экономит время, мама, не горюй. Болты разные, так что... Здесь два длинных стоят болта винтовых. Отдельно. Дальше. Пока все болты. Вот здесь тоже болт есть один. Болт, шуруп, не знаю, как их там. У меня все болты и все гайки. Так. Ну, эту камеру, говорю, разбирали уже не один раз. И начала у меня вырубаться после ремонта. Не знаю почему. Я с ней походил вообще недолго, и она у меня вырубается. Так, что тут у нас? Где еще-то болты есть? Еще болты вот здесь где-то есть. Так, здесь мы, я не знаю. Сейчас будем, не сейчас скрывать. Давайте пока. Вот здесь открутим. В общем, откручиваю все, что вижу. Один болтик здесь вообще маленький. Вообще маленький болтик вот здесь стоит. Так, так, так. Ага, вот еще болт. Один вот здесь пропустил. Она у меня, в общем, секунд 30 работает. Так, здесь болт тоже надо вот сюда положить. С этой крышкой, вот которая здесь, здесь идут шурупы. Здесь идут винты. Так. Что у нас, как, где? Сейчас я буду думать. Ага, верхняя крышка шевелится. Это хорошо. Болтов здесь я больше не наблюдаю. Ага, вот еще болт пропустил один. У меня тут аккумулятор заряжается, так что... Имейте в виду, шум идет посторонний. Все, боковина снимается. Снимается, снимается. Две пружинки стоят, видимо. Но я бы не сказал, что очень тут грязно. Нам вот эту на штуку снять. У меня шторка эта подзаедает. Ее разобрать в основном. Что здесь у нас? Здесь у нас ничего интересного. Болтики, шплинтики, крышечки, шмышечки, кнопка включения. Так, а кнопка включения куда давит? Ага, кнопка включения давит вот, да что ты.
Кнопка включения, да, идут сюда. Чик-чик. Все элементарно просто. Дальше разбираем. Нам надо снять сейчас верхний. Верхний. Так, что нам верхний мешает? Нам, у нас держит вот эта штука. Вот здесь болтик стоит. Это отдельное или нет? Ну, это отдельные запчасти. Все понял. Блестящий уже идет изнутри. Камера немножко не фокусируется, что неудивительно. Так, давай. Есть. Здесь у нас идет шлейфик. Я его уже почти... Нет, он так и идет, смотрение. Видел? Так, я постараюсь. Камера не фокусируется, нифига не понимает, что от нее хотят. В общем, тут шлейфик идет. Как-то он идет наискосок. Вот он. Это наш шлейф. Шлейф, откуда вообще этот шлейф? А, он у нас фотографирует и за зум отвечает. Нифига себе. Почему-то у нас только... Не могу понять немножко. Так, вам не видно, наверное. Ладно, это откладываем. А что ты здесь? Тебе же должна, наверное... Секунду, где-то у меня лопатка есть. Эта штучка должна... Да, открываться. А что-то у меня не открылось. Так вытащился шлейф. Ну ладно, смотрим здесь, что у нас. Да, пыль есть, видите. И неплохая такая пыль. Дальше нам надо сейчас вот эти два болта открутить. Вот болт у нас. Вот болт. Надо вот эти микрофоны снять. Мне главное до этой верхней части, до крышки добраться. Туру-ту-туру. Немножко неудобно здесь крутить. Ой. Крутить будет. Так, здесь идут два винта. Как это мне потом собрать все будет, чтобы не забыть. Ну ладно, будет по видео. Посмотрю, два винта идут. Не болта, а винта. Я их тоже отдельно поставлю. Магнитную тарелочку. Так, здесь готово. Сейчас мы вот здесь открутим. Здесь у нас идет маленький болтик блестящий, мы его тоже сюда поставим. Дальше у нас здесь идет болтик. Тоже маленький блестящий, почти все... Нет, это винт, а не болт. Здесь стоит винт. Так, ну и что это у нас? Как снимаешься? Не могу сообразить. Ага, еще один есть. Вот здесь тоже винт блестящий, походу. Сложная аппаратура очень. Нет, здесь болт идет. Не винт, походу. Так, снизу у нас здесь все откручено. Это здесь все откручено. Здесь все откручено. Отщелкиваем. Отщелкиваем. Снизу еще где-то держит. Сейчас снимем. Так, здесь у нас почти все. Что-то снизу вот здесь. А, здесь шпингалет такой стоит. Вот. На нем держится немножко. Нам надо его... Блин, отвертка катается, погодите. Нам надо его под... ковырнуть. Есть. Так, еще что-то держит у нас тут. Ага, шлейфу два. Раз шлейф. И питание. Мы, в принципе, добрались до чего нам нужно. Сейчас я попробую вот этот отковырнуть сюда. Питание. Есть. И шлейф у нас.
тоже есть. Так, здесь это снято. Ну и в принципе еще шлей вот здесь. Как его снимать, сейчас соображу. Ага, он просто выдергивается. Ну и в принципе вот наша, смотрите, сколько песка. Видите? Это вот все заедает. Вот эта шторка, нам она ее надо будет обратно потом с вами сделать, чтобы она ходила. Что еще здесь будем делать? Я, наверное, дальше не полезу, тут уже смысла нету. Вот это все, конечно, компрессором бы это все пролить. Но там, в принципе, я вижу, что внутри все чисто. Достаточно герметичная камера. Здесь вот все прочищу. Соберем обратно и посмотрим, как это будет все работать. Вот я рычажок откуда-то достал. Рычажок вот этот. Куда он вставляется? Не могу сообразить. Вот от этого. Где-то, в общем, рычажок должен стоять и его. Ну ладно, да, я сейчас все почищу, соображу. Пока отключаюсь, начинаю чисткой заниматься. Нифига тут грязи в ней. Да, спросите, чем чистить буду. Есть у меня вот такие фотографические кисточки. И плюс еще присоска для объектива. Но объектив нам не понадобится. В основном вот этой штукой сейчас буду все прочищать. И все. Собрал. Нюансы при сборке. Когда вот эту крышку ставите, вот этот болт не спешите закручивать. Здесь паз, он залазит. Обычно при сборке здесь уже закручивают. А так, в принципе, и еще все болты разные. Длины. Длины в конфигурации все разное. Так что я не знаю, как надо запоминать. Мне кажется, я там два болта неправильно поставил. Ну и до меня тут тоже вот разные болты. Видать, мастер собирал до меня, который... Все болты перепутаны. В принципе, все собрал. Ни одного болта не осталось. Что мы видим? Матрица чистая. Есть у меня второй подопытный. Вот этот грязнули, да грязнули. Там уже здесь сложнее гораздо. Здесь придется объектив разбирать. Смотрите. Сколько там грязи внутри. Все линзы придется разбирать. Не знаю, смогу ли я обратно собрать. Там зум у меня весь в грязи. В общем, тут гораздо сложнее все. Но эта камера рабочая, а вот эта вырубает камеру. Подозревал, что из-за грязи. Сейчас мы ее проверим с вами. Здесь уже, конечно, да, все зум, как трактор работает. Здесь надо все перебирать. Давайте посмотрим. Момент истины. У меня обычно 30 секунд снимала и вырубала эту камеру. Ту-ру-тун, режим записи. Так, видим, звук идет, все работает. Грязи, конечно, было. Ну, не сказать, что очень много, но в ответственных местах была грязь. Давайте включим запись. Идет запись, проверка у нас записи пошла. Минуту проверяем. Если будут писать, то все замечательно. И буду я тогда эту разбирать камеру. Вот это у меня основная рабочая, но она все уже. Это я коп на нее снимаю, основной канал веду на эту камеру. Это вот у меня что-то мозги компасирует постоянно. 25 секунд ждем. Запись идет. Ну, сейчас чуть побольше минуты поснимаю. Я ее уже весной, она у меня мозги выносила. И я ее убрал. Потому что она два мне выезда запорола. Больше там, ну, секунд 40 снимала и все, вырубала ее конкретно. Уже 41 секунда, смотрим. Хотя эта камера новее, по-моему, да. Вот это старая камера. А хотя, не помню, какая-то из них новее, какая-то старая. Не, у меня тут в паре работают. Это в ремонте постоянно, но в чистке это работает. На сезон вообще обе грязью забиваются. Смотрите. Как ты их не бережешь, все равно, ну, в любом случае, ну, грязью забивается. Видим, что снимает больше минуты уже идет. Ничего не вырубает. Все, эта камера у нас замечательная. Ну, хотя бы, конечно, в деле проверю. Я сейчас ее оставлю. Пускай она поснимает у меня, не знаю сколько.
Ну, не сегодня я буду этим, хотя, может, сегодня. То вам уже не буду показывать, здесь сложнее. Хотя покажу, наверное. Здесь надо всю матрицу будет полностью разбирать. Ну, сейчас уже представление имею, как ее делать. Да. Да, 2 минуты уже идет, работает, все нормально. Так, зумы давайте посмотрим. Здесь вообще безумно, бесшумно работает. Еще грязью не забито ничего. Ну, это одинаковая у меня камера, только прошивки разные. Вот в этой больше функций. На это я не могу эти функции найти, не знаю почему. Я считаю, что прошивки, наверное, разные стоят. Хотя камера идентичная. Здесь зум, конечно, шикарный. Цифровой включаешь, здесь она почему-то так не умеет увеличивать. Где-то не могу эту настройку найти. Наверное, подозреваю, что, скорее всего, из-за прошивки. Ну, все, камера рабочая, в принципе, все. Можно уже на коп ее с собой везде брать. А то она, конечно, мне мозги повыносила. У нее вот эта шторка клинила от грязи. И в защиту уходил моторчик. Недооткрывал. Шторку недооткрывал. И в защиту перегрев уходил. Камера вырубала. На видео видно такие тут блики были от шторок. Черненькие. Все, сейчас все нормально. Ну все, камера работает. Смотрите, вот шторки, да, закрываем. Вот они не до конца где-то там подклинивал от грязи. Опять открываем. Все, ремонт закончен. Здесь гораздо сложнее. Если вам интересно, конечно, показать, как эту линзу я буду разбирать. Где сервоприводы, где все, пишите, покажу. Просто у меня, видите, тут камера стоит, не так удобно это все делать. Не в том плане, как удобно, что я иногда промахиваюсь, уходит сюда камера куда-нибудь, а я не смотрю, что она там снимает. Ну вот это будет у меня разбираться следующее. Уа, здесь-то, конечно. Ладно, пишите, если интересно, покажу, как я ее буду разбирать. Все-таки решил я ее разобрать, друзья мои. Слышите, как шумит? Это у нас сушильная машина. Так работает, белье сушится. Весь я вам процесс не буду показывать. Я буду показывать, что внутри, только сейчас разберу. Я не знаю, я не уверен, что ее обратно соберу. Я посмотрел там, если сейчас я до сервоприводов доберусь, там пружинки идут. Не знаю, собрать не обратно, не собрать. Попробую. Ладно, сейчас раскидаю, покажу, что там внутри. Но мне кажется, там жесть. Жесть, это по-нашему. Погнали. Буду показывать вам кусочки грязи. Ха-ха, смотрите, сколько тут грязи. Это ужас. Нам надо снять вот этот модуль будет. Сам, где линза. Буду сейчас его скидывать. Все, грязи дофига, продолжаю. Что мы видим, смотрите. Здесь клей стоит заводской. Вот он. Матрица не вскрывалась ни разу. Я знаю, что там чистил мастер. Я ему говорил, матрицу почисти. Видите, на песка сколько? Внутри. Здесь стоят клеевые метки. Тут стоят пружинки, не знаю. Сейчас вскрою. Мануалов нету, как это все вскрывается. Методом тыка. Здесь я вот эти пластики уже отломил. Вот он. Ну, типа клея здесь идет, вот он. Осталось с этой стороны. Сейчас сниму, посмотрю, что тут. Мне главное вот эти пружинки не потерять. И потом на место их аккуратно поставить. Все, разбираю дальше. Скрыл линзу. Вот так она стояла, убрал ее. Грязи, конечно, здесь. Вот смотрите, на сервоприводах. Так, как показать? Вот эти 2 сервопривода идут. Вот они гудят. По-страшному. Все в песке. А вот эти пломбы пластиковые. Так что ни один мастер сюда, сколько раз в ремонт отдавал, никто не лазил. Ладно, разбираю дальше, чищу. Линзы вот такой насадочкой чищу. Вообще на ура оттирает. Тряпкой пробовал, не оттирает. А вот эта штука, ну она переворачивается у меня с обоих сторон.
Смотрите, линзу как оттирают, чётенько. Да, туда бы вскрыть, еще внутрь пролезть. Но я не знаю, как там разбираться. Это надо весь модуль разбирать, походу. И все. Все, чищу я, да собираю на место. Нифига не все. Здесь стоят две направляйки. Здесь и вот здесь. Я их выдернул. Я подозреваю, что эта линза достается. Сейчас моя точечно. Вау, посмотри, сколько там грязи. Так, это все понял. Что у меня трещало? Вот этот механизм. Здесь вот эта штучка ходит по направляющей линзе. Это зум. Работает. И вот здесь у меня грязью. Здесь идет спираль такая Архимеда. Блин, как и показать, не знаю. Не видно. И вот здесь она, в общем, идет. И по ней ходит. Все, сейчас я тут все чищу. Надеюсь, матрица там чистая. И она ходит по направляйкам, в общем. Все элементарно. По крайней мере, пока. Такая линза интересная. Продолжаю чистить. Итак, рассказываю. Вот вал идет, который зум двигает. Он весь грязный был. Я его чистил, чистил, никак не мог расчистить. Не знаю, фокусирует, не фокусирует. Взял очиститель тормозов и только им промыл. А вот дальше еще есть немножко, но я боюсь туда лить, как бы матрицу не залить. Всю грязь я очистителем тормозов отсюда убрал. Хотя можно еще, конечно. Вот эти направляйки надо будет смазать чем-то. По ним ходит сам объектив или линза. Все, продолжаю чистить. Там вот еще немножко грязи осталось. Сейчас, может, еще брызну. Так, направляйки и саму эту штуку, ну, спиральку, смазал вот такой смазкой. Все отмыл. Все поставил. Все, видим, грязи нигде нету. Вообще все чистенько, все четенько. Не знаю, как он центроваться будет. Надо его центровать, не надо. Сейчас соберем, посмотрим, как это будет. Все, собираю на место. Сейчас еще продую тут все. Прочищу и собираю. Модуль разобран. Почищен и все. Вот так должен это в мастерской делаться. Они сверху разобрал, почистил. Матрицу никто не трогал. Сейчас соберу все, покажу, проверим. Собираю все на место. В общем, если чистить будете линзу, отдайте все платы. Верхнюю вот эту плату не обязательно снимать. Отсюда сверху все. Главное вот эту игрушку снять и все. Все, собираю на место, шлейф и ставлю. Сейчас вверх закидываю антенну GPS здесь. Где? Вот сюда антенну закидываю эту. Начинаю эту чистить. Смотрите здесь, что у меня. Все в песке. Вообще все в песке. Все, собираю дальше. Ну что, момент истины, друзья мои. Все собрано. Так, меня интересует зум, будет ли работать. О-о-о. Так. Все работает. Оп. Давайте запись включим. Тут зум космический на этой камере. Она куда-то далеко делает. Ну и давайте послушаем, есть ли звук на видео. Раньше он жужжал, мама не горюй как. У меня тут машина, конечно, жужжит. Жужжит машина. Сушильная. Конец записи. Видим. Блин, не протер до конца еще. Погодите, у меня отпечаток пальца. Секунду, линзу дотереть. Сейчас я протеру линзу. Ни одной мусори не найду. Все.
разобрал, друзья мои, все сделал. Ну-ка, че ты? Еще раз. Оп. В принципе, работает. Шторку не дозакрывают, но это разработается, ничего страшного. Тут мазать нельзя ничем, тут она на сухую уходит. Готово. Ну и вторая камера также. Видим, что все работает. Вот так, ребята, я сэкономил очень много тысяч рублей. Что хотелось бы сказать. Я их отдавал, эти камеры, каждый год я отдаю. Ну, раз в год обе камеры. По полгода это, через полгода это. Обе они у меня в мастерской чистятся. Видели сами. В мастерской мастера матрицу не разбирают, линзы. Они только сверху пыль сдувают. Пломбы, которые стояли, клей заклеен. Ну, вот особенно на этой. Ничего не разбиралось. Так что в сервисах вас обманывают. Просто обманывают. Мастера не хотят. И последняя камера у меня когда была в ремонте, вот эта. Она у меня была 3 недели. Я мастеру звоню, в чем дело там? Ой, у меня занятость. Да что вы? Некогда мне, да я. Что-то. 3 недели он не мог почистить. Я за полчаса взял, все почистил сам, руки дошли. Так что если есть возможность, делайте сами. А денег дерут, что-то я не помню. 1004, по-моему, за чистку берут камеры. Кругом жулики. Все, всем пока, удачи, лайчики. Просили показать, как чистить буду, показал.